Земля-борт. Есть переход блока И на бортовое питание. Есть отрыв шао блока И. Есть отрыв пнемо и холодной колодки. 70-й. Есть мачта 30-й. Доклады руководителя работ принял первый. Пуск. Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное. Подъем. Контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим 1 ступени. 10 секунд. Параметры системы линии энергии 74. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 30 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 40 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 50 секунд. Давление в камерах сгорания двигателя ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110 секунд. Тангаж. Рыскание вращения в норме. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Сто 30 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 140 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 150 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 160 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170 секунд. Полет нормальный. 180 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200 секунд. Полет нормальный. Время КП 8 часов 43 минуты 26 секунд 263 миллисекунды декретного московского времени. 210 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 220 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Есть сброс створа головного обтекателя. 240 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 250 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально.
260 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Семьдесят секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 3-й ступени. Есть запуск двигателя 3-й ступени. Есть выключение двигателя 2-й ступени. Есть отделение 2-й ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. Десять секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 320 секунд. Двигатель 3-й ступени работает нормально. 330 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 340 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 350 секунд. Полет нормальный. 360 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 370 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 380 секунд. Двигатель 3-й ступени работает нормально. 390 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 410 секунд. Полет нормальный. 2-й ступени наддува баков 3-й ступени. 430 секунд. Двигатель 3-й ступени работает нормально. 440 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 450 секунд. Полет нормальный. 460 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 470 секунд. Двигатель 3-й ступени работает нормально. 480 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 490 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 500 секунд. Полет нормальный. 510 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 520 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 530 секунд. Двигатель 3-й ступени работает нормально. 540 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 550 секунд. Полет нормальный.
560 секунд. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока фрегат номер 14203, космического аппарата «Метеор» М-2-4 и попутной полезной нагрузки выведен на опорную орбиту.